На прошедших выборах жители Подмосковья отдавали свой голос за будущих депутатов Московской областной думы. Среди кандидатов, в том числе и от Ленинского городского округа, выдвигался Владимир Жук, который уже имеет опыт работы депутатом. Предвыборная гонка позади, и теперь Владимиру Жуку необходимо получить удостоверение депутата Московской областной думы. Почетная миссия возложена на председателя окружной избирательной комиссии по Лыткаринскому одномандатному округу Веру Маркину. Владимир Петрович, от всей души поздравляю вас с победой. Знаю, что вы уже депутат с опытом работы. Работайте на благо жителей. Удачи вам. Спасибо большое. Спасибо. Постараюсь оправдать то доверие, которое я получил по результатам этих выборов. Владимир Жук избирался по Лыткаринскому одномандатному избирательному округу номер 10. Он охватывает территорию 6 городских округов. Владимир Жук по результатам голосования собрал более 48 тысяч голосов. За эти 5 лет я и моя команда показала результат. То есть люди поверили, люди приходят, люди обращаются, им помогают. И это дало вот такой результат в цифрах. Поэтому для меня это вот большое такое значение имеет. То есть я вижу, то, что мы делаем, это мы на правильном пути. Конечно, есть и шероховатости, и недоработки. Это, само собой, очень много проблем, которые решение сложно найти сразу. Но в целом мы видим, что на правильном пути, и люди это видят и оценивают. Также народный избранник отметил, что все начатые во время своего первого депутатского срока в Мособлдуме проекты, направленные на повышение качества жизни жителей Подмосковья, он продолжит курировать.